воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні до мене в гості прийшла дуже цікава людина. Це конфліктолог, офіцер СБУ в запасі Володимир Мулик. Вітаю вас у нас в студії. Добрий день. Да, одразу хотілося б скористатися тим, що ви конфліктолог. І у мене таке питання. От у нас зараз існує конфлікт між Україною і Росією. На ваш погляд, як можна вирішити цей конфлікт? Ну, в любому случае, эти вещи носят целевой и функциональный характер. Изначально нужно разобраться в самом вопросе, а вопрос все равно упирается в ресурс, в ресурсную составляющую, под которую печатаются деньги, на которые рождаются люди и выстраивается инфраструктура. То есть изначально вопрос стоит в тех площадях и то, на что находится на тех площадях. Вопрос задавался в свое время даже на российском телевидении мне, на что я ответил людям, но это не пошло в эфир. В московский, ни на одном федеральном канале. Відповідь не сподобалась ваша? Наверное, да. Если брать, даже не грубо, а брать серьезно и стратегически, так как не мыслят некоторые президенты по этому поводу, то принципиально вопрос выглядит таким образом. Надо будет уравнять историческую составляющую и уравнять, открыть на самом деле эту ресурсную составляющую. Все очень просто. Я ответил тогда одной из пропаганд, очень коротко и понятно. Буквально в три шага эти вопросы решаются, дабы купировать конфликт, который возник. Изначально нужно было дать доступ от тайги до британских морей к русскому ресурсу. Некоторым семьям, их на Украине было 5, потом стало 6 основных игроков под транснационалами. Тобто их збільшилось. Тобто мы развиваемся. Они делились, да, они поделились между собой. Вот. Дать к ресурсу, то есть там к тайге, к нефти, к газу на определенных условиях, 10-5%. Вот. Насколько это реально, сейчас вопрос не стоит, насколько там поделятся с нами Ротенберги или кто-нибудь другой. Если бы русские, как в свое время там, с армянами решили, с грузинами в свое время, вот, азербайджанские конфликты, пошли на это дело, дали доступ основным семьям нашим на паритетных основаниях. После этого, естественно, нужно было уравнивать информационную составляющую, где, в которой внутри идеологическая и историческая справедливость. То есть нужно возвращать столицу, это будет союзное государство, вот, возвращать ее на историческое место, то есть в Киев. Это никоим образом не ударит. Мы можем там, по Турции посмотреть, по Астане и остальным вещам, как это делалось, организовывалось по миру. Вот. Перенести эту историческую столицу. Экономически даже не нужно. Фискальные все вопросы все равно будут решаться. Решались бы через Москву, как с ядерным потенциалом. Второй вопрос. Переносится историческая столица, называется Киев. И потом объединяется огромное государство, которое раньше называлось Древней Русью. Вот. Называется Русь со столицей в Киеве. Я гарантирую, что для любого там, самосознательного украинца, маленького або великого украинца, абсолютно без разницы. Вот. Этого было достаточно для определения своей идентичности. Вот. И после этого исчезают все эти границы между нами, исчезают конфликты на этих границах, ибо все это создано исключительно искусственно. 400 километров границы могут привести, как привели 100 лет назад, к крушению империи. Германской империи, Австро-Венгерской империи, Российской империи. Это на самом деле очень опасный прецедент. Они были у нас в истории. То есть это все... Это серьезно, такая дуже заявка, и я зараз розумію, чому в Росії це не показали. Тобто ви, що це конфлікт можливо, але це настільки глобально і серйозно, звичайно... А як ви вважаєте, ну, після всього того, що зараз відбулося, ну, за останні 6 років, чи можливо повернутися до, ну, скажімо, знайти сили для того, щоб навіть по цьому сценарію якось... Ну, є, існують у нас навіть недалекі ретроспективи. Потрібно повернутися назад на 20-ті роки минулого століття. У нас была серьезная громадянская война, когда через наши терены проскакивали там и Маруся Черна с одной стороны, Врангель и Деникин с другой стороны, генерал Краснов с той стороны, большевики шли, все там были, ДНР, да? КНР, ОНР и так далее. У нас мы же все проходили, это все на самом деле уже было. Вот. Потому очень просто этот вопрос решается. Информационная составляющая, идеологическая составляющая, этот процесс гасится. Ведь на самом деле там активных или агрессивных дураков не так много. Они просто расставлены так, что создается впечатление, что они везде.
Вот. Такое же было в 20-х годах, до 30-х, до конца 30-х этот вопрос решился. Да, через силу, да, через колено. Можно сейчас найти эти ошибки, купировав предыдущих правителей на наших территориях, пойти другим сценарием, другим путем. Но на самом деле это решаемый вопрос, и в перспективе 10-20 лет этот вопрос решается. Это не на столетие проблема. Хорошо, добре. Давайте перейдемо тоді до наступної теми. Мюнхенська промова президента Зеленського. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому вона відбулася в маленькому залі? І друге, чи відрізнялась ця промова від тої риторики, яка була раніше у попереднього президента Порошенка? Глибоко вивчити її не було ні бажання. Ну, звичайно, ми прослуховували ці всі речі, аналізували їх. Але висновок може бути один короткий. Ви знаєте, наш представник нашої країни сьогодні, президент, пі-резидент, пі-неізвісний, резидент-представитель метрополії в колоніальному государстві. Це в Вікіпедії написано. От вот зачем президенти всі на землі взагалі существують. Тепер далі. Маленький зал і остальное. Ви розумієте, наш президент, він привик к овациям, він привик к залам. Вот. І одна із самих великих... Великим залом. Да. Но стратегическая ошибка всегда и технологов, пиарщиков и остальных – это сделать большой зал и привести маленькую аудиторию. Когда покажут пустой зал, в таком случае моментально исчезает интерес к тому, что говорит выступающий. То есть это чисто пиар-ход, технологический абсолютно ход. В этом нет ничего зазорного, но то, что это изучили, приняли во внимание и применили на месте технологи Зеленского – говорит о том, что, в принципе, они чему-то уже начинают учиться. Вот. Со стороны того, что, в принципе, говорилось, им ничего нового мы не услышали. Это стандартная риторика предыдущего правителя, скажем так, точнее, предыдущих групп, которые стояли за руководством нашей страны. Я понимаю, сейчас Зеленский фактически отвлекает просто внимание от серьезных проблем. Если Порошенко верил в то, что он говорит, то Зеленский не верит в то, что он говорит. Но он обязан это говорить, иначе он тому может... Потому что свита робить короля? Пока еще. Потому что свита приблизно та же самая залишилась. У нас на нашей территории, вот где сегодняшняя Украина, изначально сложилось исторически так, что у нас фактически гетьманат, но никак не там, имперскость определенная. Хотя нам нужно возвращаться к имперскости, нашей имперскости. Потому что фактически захватывали территории, вот то, что мы раньше касались этого всего, перенести столицу в Киев. Ермак с друзьями катались в ту сторону Хазарской Каганаты. Да, Тонги забирали, вот, откуда гербы наши появились. То есть фактически мы в свое время были империей. Наши предки были имперцами, которые выстраивали это все дело. Вот одразу хотелось бы задать питання. Так может, вот этот Ермак, это как раз и... попытка повернутися до ідеології імперії, бо ми знаємо, що був Богдан, його зараз нема, і прийшов Єрмак. Нам слід очікувати якихось змін? Ну, Богдан насправді є. Ось з останніх його красивих картинок в Інстаграмі, чи там в Фейсбуці, він передає привіт і дуже сумує. Насправді, якщо брати системний підхід, то чесно вам скажу, що я побачив, коли замінили там на Єрмака Богдана, знову ж ретроспектива, попередні наші керівники адміністрації президента, яких декласували в свій час, потім секретаріат президента, потім офіс президента і так далі. Руйнування попередніх систем, як вони вибудовані, ні до чого хорошого не веде. Але якщо абстрагуватись від цих речей, а брати серйозно, то мені здається, насправді це була спроба такое копіювання лінії Медведчука. Вот, якщо брати 2002-2004 роки, коли там кольчужний скандал був, ми пам'ятаємо, коли з Іраном вирішилось питання, коли в СБ ООН виступав голова адміністрації президента. Це був міжнародний рівень. Тобто голова адміністрації, зараз це з офісу, він повинен вирішувати питання міжнародки. В будь-якому випадку. Тоді вирішили питання. Запросили американців, вияснили питання, виступили в СБ ООН, Медведчук виступив. Ці питання всі погасли самі собою, таким чином не давши. Уже тоді були спроби фактично нав'язати зовнішнє управління країною. Тоді через лінію адміністрації президента цього не дали. Знову ж таки, він пожертвував собою, тому що якби це робив Кучма, то всі собаки гавкали б на президента. А тоді вони гавкали на голову адміністрації президента. От. Така ситуація, як зараз, так, це спроба осідлати цей мирний контент і в контексті основному мирному поставити людину. Тому що всі ж прекрасно розуміють і пам'ятають,
Той же Ермак, Бус, и сейчас там декілька каденцій, Ельбрус Атадєєва, помічником. Як би це називали потім регіоналами або іншими. Ну, куди... Від того деякі зміни натякають на те, що він більш, скажімо, спокійно відноситься до Росії, ніж Богдан. Тому... В цьому контексті можна сказати, що це розумна логічна лінія. Тому що ніхто тих 2000 кілометрів спільного кордону з Росією від нас не забере. А своїх треба повертати, свій ресурс потрібно повертати. І я думаю, що це був перший крок спроби оцього це зробити. Наскільки з цим ділом справиться Єрмак, це вже зовсім інше питання. Які групи будуть стояти за ним, хто допоможе йому? Чи звалиться він креном знову на абсолютно вправу позицію, як свій час звалився Петро Порошенко з адміністрацією? Ну, я б сказав би, що не потрібно робити там скоропалительних виводів, як говорять наші северні медведі і сусіди по цьому поводу. Да, это пока копия, жалкая копия Медведчука. На самом деле, вот так я вот характеризую ситуацию. Если им удастся консолидировать вокруг себя элиты, выступающие за мир, мирный план, это мюнхенские вот эти вот разговоры, в ключе которым произошли, но главнее и важнее всего, это будет понятно весной, если им удастся провести еще раз нормандский формат, встретиться там, обсудить эти вопросы, потому что он стоит сейчас под большущим вопросом, огромнейшим вопросом, и начать имплементировать то, что было подписано и договорено, вот, то у Ермака есть некоторое интересное будущее. Тоді ми далеко від пана Зеленського відходити не будемо. От є програма «Схеми», і вони натякають на те, що під час своєї відпустки в Омані президент Зеленський міг зустрітися з секретарем Ради безпеки Російської Федерації Патрушевим. От, тому що, ну, якось так співпало, що і Патрушев приїхав в Оман, і Зеленський там був. І як ви вважаєте, це просто утка якась? Чи люди щось... додумовують? Чи може дійсно таке щось? Ні, якщо зірки зажигають, значить це комусь треба, во-первых. Просто, ну, крім цієї програми, в принципі, наші ЗМІ, ніхто на це не звернув увагу. На самом деле, вот эти вот утечки информации, такие же, как утечки, параллельно там с событиями в Иране, в Ираке, там, по сбитому самолету, а потом по утечкам переговоров диспетчеров между собой, и то, что вдруг начались утечки, кто где с кем встречался, естественно, это работа иностранных спецслужб. И руками своими, своей агентуры заграничной, и руками наших некоторых спецслужбистов, которые работают не в интересах сегодняшнего президента. Это исключительно спецоперация. То, что происходило между ними и встречи, в любом случае они должны происходить. И должны происходить за некими ширмами, прикрытые чем-то. Потому что открытости в этом вопросе ждать нам не приходится. Если открыто что-то решается, знаете, вас развлекают или отвлекают от этого дела. Я склонен верить этим событиям и самолету, который там летал и приземлялся, и на чьем самолете летали и договаривались. В любом случае, нам надо договариваться. Что, в принципе, попробовал продемонстрировать Зеленский. Но в патриотическом угаре этого сделать нельзя. Ни в коем случае это сделать нельзя. И нужно доносить обществу, что существует легитимная власть, которая в определенный момент должна действовать тихо, спокойно, там, отвлекая от каких-то событий и проблем. Плюс, ну, это на самом деле военный маневр. Відкриття ринку землі, то, что намагаются зробити, це відвлекають від проблем нас? Нет, существует огромнейшая проблема. То, что они летали туда договариваться, это как раз, и я уверен в этом, что это решался вопрос, который касается земли. Что у нас по земле? Если брать в политическом измерении, мы сейчас вернемся к измерению реальному, тому реальному сектору, где всегда главным и серьезным выступала, как политика, это концентрированное выражение экономики, а экономика это не что иное, которое должно измеряться не какими-то статистическими погрешностями непонятными в ВВП, а это должно измеряться всегда в стандартных натуральных показателях межотраслевых балансов. От этого мы совершенно ушли, потому это превратилось сейчас в идеологическую проблему. И эта проблема Земли вылезла, вытекла в информационное пространство, и в политическое в том числе, где сейчас очень интересные идут сражения по этому поводу. Что у нас произошло? У нас фактически в политическом поле по Земле играет роль сейчас опыт, когда старые опытные воины,
политического поля и политического фронта, поставили на растяжку молодых, неопытных, я не буду говорить там соросят или зеленых, а вот молодую, нашу молодую команду. Деякі кажуть зелених соросят. Ну, ну так оно на самом деле где-то есть, близко к этому. Я стараюсь абстрагироваться от названий, отдать нашим зрителям понимание происходящего. Что в политической плоскости произошло? Та же ОПЗЖ, что сделалось? Сегодня, если предыдущий Арахами, скажем так, языком понятным, спалился и рассказал, что если бы не ОПЗЖ, мы давно бы этот вопрос закрыли. Но тут вот Руслана Педляса вот недавно на телеканале «Рада» выдает прямым текстом. Нам написали законодательный спам, 3500 поправок и так далее. Мы... Начинается расчет. По 14 часов пленарных работа и так далее. На выходе мы аж до июля будем заблокированы. Что же происходит? Даже на теме вот этой земли происходит серьезная политическая игра. Минимум полгода слуга народа будут получать шишки и пендели от избирателя. И на выходе к середине лета, уже там, согласно рейтингам группы «Рейтинг», КМИСа, скажем, того же, кто у нас еще, Разумков, явно и прямо показывают, что общество сейчас разделено, но по поводу продажи земли... Мы едины. Ну, на самом деле, народ ропщет и будет роптать по этому поводу. Но роптать он будет на слугу народа. Пока Медведчук поставил их на растяжку старым, добрым, хорошим способом, как опытный политик в этом всем вопросе, плюс еще и международник. Вот. Он заставил людей проигрывать, ничего еще даже не делая, безинициативно, но тем не менее слуга будет проигрывать. И я еще более уверен в том, что на самом деле там это большинство посыпется. К лету очень серьезно посыпется. Теперь по поводу... Вы маєте на увазі, що безпосередньо сама партія може розсипатися на декілька різних фракцій? Да, конечно, потому что те интересы, которые их объединяли, интересы стоящих за ними, там, гранты, которые раздают по этому поводу, транснационалы, которые хотят получить этот ресурс себе, они скажут, ну вы не выполнили задание, будем менять формат. И этот формат будет меняться. За ширмой, естественно, далеко где-то. Зеленский, если будет противиться этому делу, начнутся опять, не начнутся, а продолжатся очередные сливы, прослушки и кадровые изменения, кадровые шатания в спецслужбах и в безопасности того же Зеленского, и в службе безопасности. Ну, плюс насмотрщики, которые стоят над ними, это САП, НАБУН, НЗК и ДБР, они все для меня одни, хотя там разные центры силы. Все эти ребята будут им очень сильно мешать. И та война спецслужб, которая продолжается у нас в стране, без общего центра управления полетами, она может привести к вот этим вот событиям на политическом бомонде, когда они реально посыпятся. А бенефициарами от этого дела выступят, конечно же, монолитная сейчас ОПЗЖ, Тимошенко немножко поднимется по этому поводу, но очень интересные будут новые проекты, которые сейчас ударными темпами начинают создаваться. От линии Шария, которая будет получать подпитку, и информационное влияние все больше и шире, до еще одних новых проектов, о них мы поговорим когда-нибудь потом. Но это очень интересные подходы. Ну, вы сказали про бенефициарів, а я хотел бы перейти на наступну тему. А хто може бути бенефіціаром від фільму, якщо ви знаєте, на One American вийшов документальний фільм, який зняв Майкл Капуто. І в цьому фільмі не дуже, ну, з гарної сторони розповідають про Сороса, про Джо Байдена, про Пашинського, про президента Порошенка. Як ви вважаєте, хто бенефіціар від цього фільму і на кого він направлений? Він суто на американську аудиторію направлений чи на українську теж? Ну, тут якраз та ситуація, коли... Вот этим снарядом можно убивать нескольких зайцев. То есть это дробь такая. Да, но изначально картечь разлетелась после взрыва. Естественно, как шутили в свое время, бомба всегда падает в эпицентр взрыва. Вот. И все ожидали этого дела, потому что, ну, в любом случае можно посмотреть в Штатах, кто там между собой борется, там CNN и BBC, и вот эти вот товарищи, которые одни под республиканцами, другими под демократами. Я грубо сейчас их делю, потому что таким образом две основные силы, которые менялись там в сенатах, в парламентах, всегда получали свой бенефит определенный для себя кармана и, естественно, для страны, которая является для них защитой определенной. То есть это исключительная работа по внутренней повестке дня пока в Штатах. Там сейчас праймерис на носу, там очень много своих проблем. Вот. Проще говоря, люди, которые близки к нашему Даньке Федоровичу, вот, я так уже шучу, поскольку в каждой шутке есть доля шутки. Но, естественно, эхо этого дела касается и нас. Вот под повесткой дня, потому что там и поездка Зеленского предыдущая, и потом этот гейт,
страшний з імпічментами. А як ви вважаєте, чому цей фільм взагалі жоден канал не анонсував, ну крім нашого каналу, тому що ми в нашій програмі «Хто за нами стежить» розібрали цей фільм. До речі, дорогі телеглядачі, ви якщо що, заходьте на наш YouTube-канал або переглядайте цей фільм. От. І цей фільм ніхто не показав, жоден з каналів, і також його завжди хтось намагається заблокувати на YouTube-каналі. Тобто там багато перезаливів, як то кажуть. З чим це пов'язане? Невыгодна правда. На данный момент времени невыгодна правда абсолютно, потому что очень многие силы здесь регионального уровня, которые легли. Давайте вспомним элементарные вещи, когда перед выборами, когда выбирался Трамп, и после этого сейчас приезжают американцы, всегда говорят нашим, от линии МИДа до линии там, администрации президента, даже силовикам, спецслужбам. You've sat on the wrong horse. И на ту лошадку поставили, ребята, потому когда действительно оставили даже глава сегодняшнего МВД, а потом посты эти удалялись. Да, трохи, это пришлось все ставили, да, на демо в свое время, и сейчас это все, рукописи не горят, все это помнят прекрасно, те, которые следят за этим делом, за океанские наши друзья. Вот. И сейчас не на часе, можно вот так сказать на ридней мове, питание не на часе. Я думаю, что пока не дадут возможности и отмашки, точнее не договорятся, давайте так, вы начинаете. Силы политические, под которыми есть экономические интересы. Земля, заводы, пароходы и так далее. Мы, когда придем опять к власти, там линия Трампа, вы получите определенный бенефит от этого дела. Вас не будут спрашивать, куда уходили по линии ФАТКа деньги, какие деньги и так далее. То есть все в любом случае коснется ресурса. И фискального ресурса, и ресурса натуральных показателей здесь. Вот. То есть пока сейчас идет выжидательная линия. Когда там наверху летают друг к другу через океан и договариваются, ребята, мы будем с вами, мы будем поддерживать вас. То есть в любом случае сейчас двумя мерилами маятника вот, будут являться там, республиканцы и демократы, и кто с кем. Поэтому сейчас стараются не афишировать это дело. И вторая сторона этой медали. Если начать глубоко копать этот Майдан, то можно выйти на самого себя. Потому что я, как участник самого Майдана, от первого до последнего дня, покуда в форме с оружием и так далее находился там, плюс не стоял просто на передней линии, а все-таки работа моя на то время предусматривала и нахождение в одном лагере, нахождение в другом лагере, наблюдая за этим всем делом. Вот такая была сложная, опасная, нужная для Родины работа. И даже на том уровне мне было понятно, что это был дворцовый переворот. Обычный дворцовый переворот, когда сдали гетьмана украинского. Другие гетьманы, договариваясь и пользуясь услугами там, шведского короля и польского Казимира. Я сейчас таким образом прикрываю наших заокеанских друзей. То есть пока это очень опасно и на самом деле на будущее токсично. Идут переговоры и договоры. Договорятся, никто никогда не узнает правды. Не договорятся в этом ключе, запустят информационную атаку. Это будет серьезное деструктивное символьное поле вокруг власти украинской в целом. Избежавших и сидящих здесь. И я думаю, что если начнется качаться дальше эта история, я бы очень хотел, чтобы мы начали на самом деле разбирать, как у вас разобрали на канале, поэтапно, поэлементно эту всю систему, включающую структуру и организацию. Это подсказка нашим силовым структурам. Структура и организация – это события и мероприятия, которые согласованы по месту структура и организации по времени. Если вы нарисуете хронологически, организационно, и по месту на карте событийность, восстановите их. Даже без этих спиленных деревьев, без трассологии, баллистики, вы все равно увидите очень много-много интересного, которое может взорваться в информационном и идеологическом поле Украины и создать на руинах что-то очень новое и очень интересное. Дякую. Дякую вам дуже за цю розмову цікаву. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що вони нам сьогодні розкажуть. Це ТВУ. Топ-блогери України. Последні дні все більш активно в українських СМІ обсуждають зустрічу Володимира Зеленського з представителем Росії Патрушевим. І многі зрителі мене спрашують, чому я не освіщаю це событие. Начинают вешать ярлыки на президента и так далее. Напомню, что все говорили о том, что наш президент возвращался в Киев чартерным рейсом в тот же день, когда тем же самолетом в Оман прилетел секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Но я хочу напомнить, что об этом сообщили только лишь одни журналисты программы «Схемы».
То есть это не на 100% официальная и правдивая информация. Это типа их расследование. И все. То есть журналисты схем предполагают, ключевое слово здесь предполагают, что 8 января ночью из Москвы в Оман прилетел чартерным рейсом Патрушев, а вечером того же дня тем же самолетом якобы воспользовался президент Украины Владимир Зеленский, чтобы вернуться в Киев. Но журналисты схем утверждают, что президент прилетел в Киев почти через 19 часов после того, как в офисе президента сообщили про срочное возвращение президента из Омана. Таким образом, схемы предполагают, что Зеленский прилетел со значительным опозданием из-за того, что провел встречу с Патрушевым. Также журналисты схем сообщили, что за 2 недели до этого Патрушев в Москве встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Дедеевым, который приходится двоюродным братом бывшему народному депутату Украины от партии регионов Эльбрусу Дедееву. Журналисты отмечают, что Кернес и Тедеев ездили в Москву якобы для того, чтобы полечить там зубы. В общем, одни какие-то непонятные предположения. Теперь смотрите, что мне не нравится во всей этой истории. Кроме журналистов схем, эту информацию абсолютно никто не подтверждает. То есть, понимаете, все это якобы да кабы, а никакой 100% подтверждающей информации, что такая встреча действительно состоялась, нет. Поэтому заниматься тем, чтобы вот так брать и огульно хаять Зеленского, мне не хочется. Поверьте, его есть критиковать за что и помимо этой истории. Тем более, что непонятно, вымышленная она или нет. И вот вчера на эту информацию отреагировал офис президента Зеленского. Там сообщили, что обязательно будут обращаться в суд на журналистов схем за подачу неправдивой информации. А редакция схем в свою очередь сообщила, что в их материалах нет утверждения, что встреча между Зеленским и Патрушевым действительно состоялась. В общем, получается, как в той поговорке: если бы да кабы, во рту выросли грибы. Поэтому, друзья, комментировать догадки каких-то анонимных источников мне не хочется. Ну а теперь давайте поговорим о конференции по безопасности, которая состоялась вчера в Мюнхене и где выступал президент Украины Владимир Зеленский. Сразу следует отметить, что почему-то конференция проходила не в большом зале, а в маленьком. Скорее всего, организаторы, видимо, учли опыт прошлых лет, когда во время выступления второстепенных политиков большой зал был абсолютно пустым. И, кстати, если вспомнить последнее выступление на Мюнхенской конференции Порошенко, то нужно сказать, что ему дали слово для выступления в пятницу вечером. А главным днем Мюнхенской конференции, когда выступает основное количество ключевых спикеров, является суббота. Так вот, приятно отметить, что в этот раз президенту Украины дали возможность выступить именно в субботу. Ну а если вспомнить темы прошлых Мюнхенских конференций по безопасности, то тогда там рассматривали вопросы изменения после Brexit, новую политику США и другие вопросы. То на этот раз говорили об эпидемии китайского вируса, охране здоровья, вопросов климата и, конечно, о конфликтах между отдельными странами. Если говорить конкретно о выступлении на конференции нашего президента, то на меня лично его речь не произвела особого впечатления. Во многом он говорил о том, о чем в свое время на этих же конференциях говорил в свое время и Петр Порошенко. Но вот о желании Украины провести местные выборы на всей территории Донбасса он в своей речи остановился отдельно. Так он отметил, что Украина хочет провести местные выборы уже в октябре этого года на всей территории нашей страны, включая отдельные районы Донбасса. Но для этого нужно, чтобы были созданы определенные политические условия. Зеленский сказал, что людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны легитимными не только Украиной, но и всем миром. Наше бажання сьогодні провести місцеві вибори по всій території України, включно з окремими районами Донецької і Луганської областей, у жовтні 2020 року. Хотілося б, щоб і на території Криму. Але зробити це без елементарних, безпекових і політичних умов, порушуючи Конституцію України та міжнародні стандарти демократичних виборів, є неможливим для нас. Но по словам Зеленского, эти выборы не могут быть такими, если пройдут не по украинскому законодательству. Президент отметил на необходимость контроля границ Украины. Ну и также Зеленский отметил, что сейчас российская сторона открыто информирует весь мир про выдачу на временно неподконтрольных территориях Донбасса
125 тысяч российских паспортов только в прошлом году. По словам президента, проведение местных выборов на Донбассе невозможно без соблюдения элементарных безопасных и политических условий, соблюдения Конституции Украины и международных стандартов демократических выборов. Также глава государства много говорил о разведении войск на востоке страны. Ну и также он говорил об освобождении удерживаемых лиц на неподконтрольных территориях по формуле «всех на всех». Ну и также президент Зеленский сказал о том, о чем на всех мюнхенских конференциях говорил предыдущий президент Петр Порошенко. Короче, он был разочарован тем, что про Украину в отчете мюнхенской конференции вспомнили лишь 8 раз. Об этом он также заявил во время своего выступления. Как отметил Зеленский, мир начал преждевременно успокаиваться и забывать про конфликт на востоке Украины. Что я лично понял из выступления президента? Что хоть он и обещал максимально быстро закончить конфликт на востоке страны, это его обещание еще очень долго останется невыполненным. Тут немає табу. Володимир, дуже дякую вам за те, що прийшли до нас в студію. Сподіваюсь, не в останнє. Будь ласка. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «То блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.